Как сообщили в пресс-службе главы администрации Краснодарского края, по результатам встречи руководителя региона и футболиста была достигнута договоренность о переходе Аршавина в состав «желто-зеленых». На данный момент ведется техническое оформление контракта для его подписания. Кондратьев встретился с бывшим игроком «Зенита» 6 июля. В статусе свободного агента Аршавин находился с 30 июня. А ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Андрея Аршавина в ФК «Краснодар».